Здравствуйте, уважаемые гости моего канала, ученики и студенты, изучающие астрономию, а также все, кому не безразличны астрономические знания. 121 термин, очень коротко, 2-3 минуты. Эфемерида. С греческого переводится, с древнегреческого, как ежедневный или на день. В астрономии эфемерида – это таблица небесных координат Солнца, Луны, планет и других астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени, например, на полночь каждых суток. Звездные эфемериды – это таблица видимых положений звезд в зависимости от влияния прецессии, аберрации и нутации. Также эфемеридой называется формула, по которой можно рассчитать момент наступления следующего момента минимума для затмения переменных систем звезд. Эфемериды, в частности, используются для определения координат наблюдателя, очень важно для мореходной астрономии. Также эфемеридами называются координаты искусственных спутников Земли, которые используются для навигации, например, в различных системах GPS, GLONASS, Галилео. Координаты спутников передаются в составе сообщений о местонахождении спутника. В этом случае говорят о передаче эфемерид. Ну и можно несколько слов сказать о исторических публикациях эфемерид. В 1474 году Регио Монтан издал в Нюрнберге свои знаменитые эфемериды. Данный труд содержал эфемериды на 1475-1506 годы. Как и подразумевает название, эфемериды давались на каждый день. Эфемериды содержали таблицы координат звезд, положение планет, обстоятельства соединения светил и затмений. Спасибо за внимание. Следующее понятие, которое мы рассмотрим, это эффективная земная орбита. До свидания.